Мне рассказали друзья, что есть интересный маршрут в Шерегеше и пешая прогулка с собаками. А так как я люблю собак и пешие прогулки, я решила, что обязательно должна это попробовать. У меня была одна собака, Форд. Она сибирская хаски, по-моему. Отличная вообще, тянет только так. Подниматься очень легко. Есть определенные моменты, которым пришлось собачек научить. Дело в том, что они обучены у меня в основном тягловой работе, работе в упряжке. Вот. Но, допустим, на спусках с горы тягловость не нужна. То есть, наоборот, нужно, чтобы собаки не мешали человеку. Поэтому нам пришлось научить их идти рядом либо сзади туриста. Но дело в том, что для них на самом деле это несложно. То есть они учатся смотреть тропу, видеть тропу. Ну, я считаю, что для нас в спортивном плане это лучший вид тренировки в летний период. Ну и тем более интерес у туристов к этому есть, поэтому, пожалуйста, мы формируем группы и работаем с туристами в горах. Здесь очень красивые места, очень красивый лес, воздух просто шикарный, дышишь, чаи, особенно попить на горе, это замечательно. Ну, конечно, устаем от города, и надо отдыхать в лесу, дышать этим воздухом и смотреть на горы.